Ответственность за двойной теракт в центре Туниса на себя взяла группировка «Исламское государство». В результате теракта погиб один полицейский и 8 человек ранено, сообщили в МВД страны. Инцидент произошел в самом центре столицы, на улице Шарль де Голля, близ посольства Франции. Взрывное устройство было приведено в действие двумя террористами-смертниками возле полицейского автомобиля. Давай.